Чем дольше живешь на свете, тем больше убеждаешься. Мир держится на простом счастье, уютных домашних мелочах, яблочном пироге из духовки и, безусловно, на потрясающе красивом текстиле. Именно поэтому березняковцы, умудренные опытом, так любят эту выставку-продажу. Пожалуй, это то самое место, где красота и нежность обретает формы и выкладывается на прилавок. Что вам по душе? Да, в Березники вновь прибыли добрые волшебники, которые помогают создавать уют. Прилавкам конца и края не видно. Скатерти, подушки, мягкие пледы и более 300 видов постельного белья. Кстати, вашим любимым малышам здесь тоже будет что выбрать. Очаровательные котята, модницы и сказочные принцессы, а для мальчишек комплекты со спортивными героями. Все постельное белье отличного качества, поэтому ваш малыш будет сладко спать и весело просыпаться. Согласитесь, а ведь наволочки-пододеяльники давно перестали служить нам просто чехлами для подушек и одеял. Хотите в октябре садовых ирисов? Вот оно, полюшко целое. И охапки роз, и романтика Парижа, или жаркие самаркандские мотивы. Лучше не придумаешь перечитать «Тысячу и одну ночь», укутавшись в эти диковинные восточные узоры. Кстати, вы можете быть уверены, эта красота прослужит вам долго. Комплекты из поплина, сатина, качественной бязи для выставки отбирают с особой щепетильностью. Только качественные материалы и красители, которые не потускнеют и не сядут после многочисленных стирок. Одеяла и подушки тоже заслуживают особого внимания. Хотите по-настоящему выспаться, забыть о головных болях и всегда вставать с той ноги? Тогда срочно меняйте подушку. Вот хотел бы порекомендовать вам такую подушечку, которая идет валик, под шею идет. Она идет более жесткая, у кого проблемы с позвоночником и с шеей. То есть идут магнитные аппликаторы точного воздействия на шейный отдел. И тут зашиты семена кассии, то есть микромассаж идет головы. Очень приятный. Ну а если вдруг этой осенью вы захотите поменять интерьер, выставка ивановского трикотажа и здесь станет вам надежным помощником. Присмотритесь вот к этим чехлам для диванов и кресел. Они способны за минуту преобразить вашу квартиру. Торопитесь за уютом. Выставка текстиля будет ждать вас только 2 дня, 4 и 5 декабря. Вера Андреева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.